Скажите, пожалуйста, понравилось ли вам мероприятие, нетворкинг, воркшоп и технические визиты в целом? Да, понравилось. Вообще, первый раз в таком мероприятии. Очень надеюсь, что заведенные контакты обличаться в долгосрочные контакты и, конечно, в деньги выведутся. Но я думаю, что было полезно, было интересно. И буду, конечно, следить за будущим, за программой вашей фирмы, что предлагать, если что-то будет похоже. Думаю, буду участвовать. А скажите, могли бы рекомендовать подобное мероприятие, ну вот наше мероприятие, своим коллегам, другим компаниям в данной отрасли? Да, конечно. А может быть, какие-то пожелания для Восток Капитал, который организует и проводит данное мероприятие уже не первый год? Даже не знаю, если честно, я буквально прошлый четверг узнал об этом, за ночь придумал, что мне здесь надо быть, и был риск такой, что не будут ли деньги на ветер, потому что все равно это стоит, но думаю, что это стоило, и очень надеюсь, что вот эти контакты, новые люди встречены, то есть и то, что я услышал, и не только что по программе было, но и потом это нет, что это действительно стоит, и это будет новым дальнейшим рывком для моего бизнеса, для нашего бизнеса. Спасибо. То есть такое оперативное экстренное решение в итоге не зря было принято, да? Ну, думаю, да. Хорошо, спасибо большое.